одном деревенском приюте взорвался случайный снаряд. Погибли невинные люди и двое приютских ребят. И ранила девочку сильно, еще бы чуть-чуть умерла. Все было почти что как в фильме, и помощь как в фильме пришла. Хирург был из части военной, с ним миссионерка-сестра. И каждый из этой деревни сдать кровь был для девочки рад. Но группы их не совпадали, и лишь средь приютских ребят, кто кровь на анализы сдали, могли подойти только пять. Хирург посмотрел на детишек, язык их неважно он знал, но понят, что был и услышан, ребятам как мог он сказал о том, что их друг умирает и надо ей кровь перелить, о том, что друзей не бросают и хочется тоже ей жить. Мог бы помочь в этом деле и кровь свою девочке дать. Ребята с испугом глядели, никто не хотел отдавать. Один только худенький мальчик вдруг робко ручонку поднял. И вот уж иголка маячит, и он свою руку им дал. Сначала лежал терпеливо, тихонечко всхлипнул потом. Взглянул на врача он тоскливо, и слезы полились ручьем. «Что больно?» — спросили ребенка, но тот покачал головой. И вдруг разревелся мальчонок, скривив рот обиженный свой. Тогда «Почему же ты плачешь?» И понял хирург с его слов. Все думали так же, как мальчик, что надо отдать им всю кровь. «Зачем ты тогда согласился?» Тут врач свои брови поднял. Мальчишка немного смутился. «Мы были друзьями», — сказал.